Ты знаешь, когда я ездила в разные города, ну, то есть я была, например, во Владивостоке, и одновременно кто-то все время звонил, бронировал для чего-то гостиницы на мое имя, и люди думали, что я приеду. Мне говорят, или звонят и говорят: «Елена, а там тот-то город весь моется, чистится, рестораны все заказали клининговые чистки». Я говорю: «Ну, это же хорошо, это же какой успех, если только при помощи моей фамилии чистятся целые города». Только потому, что в какой-то гостинице забронирован номер на мою фамилию. Ну, ты же представляешь, какого надо уровня достичь? Меня это всегда радовало. И сейчас радует.